Всем привет! Я Мадонна. Или как фамилия у меня итальянская. Чиконе. Мадонна Чиконе. Все, надоело мне тут петь. Хочу отдохнуть. Вот. Реально хочу куда-нибудь съездить. Мир посмотреть. Вот, например, в Тунис можно съездить. Или отдохнуть на Мальдивах. Да. Сингапуре. Съездить, да. Или побывать в Демократической Республике Конго. Ох, какие интересные страны. Ну кто же мне поможет найти страну? О, Ее Величество, королева Эстер. Да, Мадонна, я вас слушаю. Помогут ли твои подчиненные мне найти страну? Конечно. Королева Елизавета II сказала, что других надо собрать. Ну ладно, кого ты тут собрала? Рапунцель. Хо-хо, я принцесса. Рапунцель. Ух ты, какая у тебя коса. Жаль, что я свои волосы уже раньше стригла. Ничего, такая коса. Ну ладно. Вот тебе песенка. Сколько у тебя букв, Рапунцель? 8. 8. Ага. Значит, ты намекаешь, чтобы я посетила чудо-остров Мальдивы. Ясно, Мальдивы первый балл. Отдых на Мальдивах. Ну, в принципе, я и сама так думала. Вот, спасибо тебе, принцесса. Я подумаю дальше. Леди. Воу-воу-воу. Ух ты. Ты похожа на мою собачонку. Вот так, сколько у тебя там букв? 4. Ну попробуй песню. 4. Зайку бросила хозяйка, под дождем остался. Ой-ой-ой. Помню, у меня в детстве тоже была игрушка зайка, но я его любила. А сейчас не люблю больше. Да, я уже большая девочка, я уже вообще-то старая дама. Так. Болик и Лёлик. Ну? Храбрые парни, готовы ли вы выучить латышские буквы? Ух ты! Боляка, давай ты. Индюк. Так. Мотоцикл. О, это мне нравится, на байке прокатиться по Мальдивам, второй балл. Собака. Так. Двери. Ой, не, туда скрящие не. Двери. Да, не, туда не хочу. Так. Ну, а теперь пойдем-ка мы с тобой к Маше. Она нас звала играться в прятки. А прятки поиграть когда-нибудь сможем? А то все время рычит этот медведь. Ничего не позволяет сделать. Один рык только. Космо и Ванда. О, привет, Космо. Привет, Ванда. Я слышала, ты все что угодно для меня сделаешь. Ну, и чё?
Ну, азбуку. Пожалуйста, не хочу сама учиться. Ладно, Ванда, выучу. Дом дятел. А, дом в Конго. Первый балл. Вообще-то это Демократическая Республика Конго. Ого. Все равно же домик меня там ждет. Самолет 7. Или на самолете в Сингапур первый балл. Муравей. Медведь. Так. Самолет. Торт. О. Телефон. О, тортик. Ням-ням-ням-ням. В Тунисе первый балл. Буба. Так, что вам надо от меня? Спаси у пиратов. Да? Ну, я читал книжку про пиратов. Они очень кровожадные. Они берут заложников. Во время игры с этими шашками. Да, и из-за них они просят выкуп. Они деньги просят. И чтобы отдать коробку с инструментами. Кому? Пиратуму одну, который умеет корабли строить. Вот, на книге посмотри. Вот он. Да? Он ремонтировал корабли. Ух ты. Круто. Ну вот, отремонтировал корабль пиратский. И куда он поплыл? На небытом острове, когда его отремонтировали. Ясно, это явно... Мальдивы. Третий балл. Мальдивы получают. Так. Hello Kitty и его отец. Китик, посмотри, что ты видишь вокруг нас? Я вижу вокруг нас много снега. Много снега? И не только холодный ветер. И колоколы бьют. Ну, тут нет таких стран. Тут все теплые страны. Как джунгли, например. И птички поют. Да. Ясно. Птички поют. В волшебном лесу. В лесу, я слышала. Там и кукушки есть. И вороны, и страусы. Даже страусы там? Круто. Вообще-то они в Австралии были, ну ладно. Это же все-таки зеленый волшебный лес. Посмотрим зеленый цвет в флагах. Есть? Мальдивы. Четвертый балл Мальдивы. Тунис. Второй балл Тунис. Бали. Опа. Что у тебя в руках? У меня коробка. Там подарок мне. Деду Морозу. Ну, Валя, ты еще тут? Да. Я же тебе дал подарок, чтобы ты никому не говорил. Теперь Вали. Все придут за подарками. Валя. Уезжаю. Пингвины из Мадагаскара. Так, Дед Мороз, дай подарки, а то взорвем. Ника, взорвем? Взорвем! Ну вот, я же говорил, эти твари сейчас все придут за подарками. А что на Рождество получать будете? Еще подарки! Хочу динамиты, петарды. Хочу танки. Танки! Салюты, фейерверки, петарды. А, ну, ребят, ну погодите до Нового года, ну погодите, пожалуйста. Ай, ну ладно, пока ждем, можем песенку послушать. Сколько нас тут? Вы четыре пингвины. Белый корабль, запоминайте, белый цвет. Да, мы тоже черно-белые, так что ищите... Черно-белый цвет. Да, в флагах. Мальдивы. Пятый балл. Сингапур.
Третій бал, третій бал. Так же, Дед Мороз, давай, готов подарки, скоро придем. Ладно, пингвины, сделали у вас подарки. А то река зарвет, он может. Марти, зебра Марти. Упс. Ну так кто же мне скажет? Я белый в черную полоску или черный в белую полоску? Белый в черную полоску, ты Марти. Да, и бело-черные страны мы уже смотрели, так что... Пингвин уже сказал. Да, так что тебе азбука. Слон. Слон, сингапурский слон, не слышал. Медведь. На Мальдивах нет медведей, там... Дом. Люди отдыхают, Конго. Дом, демографический судикон. Третий бал. Трактор. Ну вы что, чтобы я, Мадонна, на тракторе? Марти! По-моему, у тебя этот ум кто-то отнял. И Алекс! Здравствуйте, Мадонна, здравствуйте, Мадонна. Только что я с цирка, я голодный, я сначала хочу... О, да, и этому дала. Почему мне не дала? Потому что королеву Эштеру уже дали. Да. Так, потому что кашу надо заслужить, ясно? Ладно, королева Эштер. Так что тебе нужно выучить азбуку. Дорожную, например. Да. Так, что это у нас тут такое? Ты, трактор, тыква. Нет, ты не подходит. Ни трактор, ни тыква. Д, дорога, дом. О, вот как выглядит дом в Конго, где я буду жить, четвертый бал. Мотоцикл, медведь. О, а мне байки нравятся. Ну ладно, Мальдивы, шестой бал. Светофор, самосвал. Заяц, самосвал едет. Будь внимательней. Так точно. Ну вот. Ух ты. А вы кто такие? Привет, я Лунки. Я кузнечик. Меня Кузя зовут. Привет. А я принцесса. Меня Рапунзель зовут. Сначала зарядка, раз, потом завтрак, два. Давай, сначала зарядку, а потом завтрак. Вообще-то сейчас уже вечер, скоро спать надо идти. Упс. Ну, вообще облака питаются водой, от этого они растут, становятся большими. Да, это про мои волосы? Да. Ух ты, а у меня никогда не будет волосиков, наверное. Эх, плохо без волосиков. А у меня есть волосики. Да, желтая коса. Ну, посмотрим, желтый цвет есть где-нибудь тут. Конго. О, Конго, пятый балл получает. Уберите эту собаку, она кашляет. 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 Да, коронавирус. Да. Еще хуже, чем фантодром. Болев, садимся быстро. На. Привет, самолете радар. Летим отсюда. В Демократическую Республику Конго. Пока мы не заразились. Шестой балл. Давай срочно по Европе. Пока мы не заразились. Быстрее, европейские страны ищем. Нету тут европейских стран никаких. Так, что тут происходит? Это леди расчихал. Коронавирус получила леди. Ну, мне это не страшно, я же Буба, я тролль. Я тролль. Коронавирус троллям не помеха выучить азбуку.
де? Дверь! Скрипящая дверь в доме. Конго, шестой балл. Молоток! Так. След. О, что за следы? Следы, леди. Торт. Ай, очень хорошая идея. И, конечно же, котик, я пойду с тобой тортик поем. Так, ну, китик. Да, как, папа. Каких ты принцесс знаешь вообще? Золушку знаю. Ага, какую еще ты знаешь? Русалочку. А еще? Мачех злых. Злых мачех знаешь? Какая ты умняшка. А еще кого-нибудь знаешь? Я знаю еще принца. А ты почему меня не назвала? Я тоже принцесса. Но у тебя есть принц, Флинрайдер у тебя. Ну ладно. Девчонки, не помогайте, пусть ему зеркало помогают. Всем мой зеркало скажу себе дожди, где концерт происходит Мадонне сейчас? Тунисе. Тунис, пятый балл. Эй, ну, Вали! Зачем ты разбил зеркало? Я нечаянно. Да, я не хотел так, но так получилось. Ну все, включай программу. Азбука. Сейчас, погодите. Я готов. Трубадур. Мадонна, вас трубадур зовет. Тунис. Шестой балл. Сундук. Если хотите, можете отыскать сундук с сокровищами в Сингапуре. Мамонтенок. Или отрыть какого-нибудь мамонта. Чего? Какие мамонты еще? Дед Мороз. Ты была плохой девочкой, Мадонна. В смысле? Я ничего плохого не делала. Да? Это Валли виноват. Все, я уезжаю. Так, Дед Мороз, что, ну где подарок? Ты говорил, будет подарки. Опять вы. Так, Рика, давай взрываем. Не надо взрывать. Тук-тук-тук. А, убегаем. О, взорвали. Деда. Что ты натворил, Рико? Кто нам подарки даст теперь? Крампус сейчас будет. О. Гринч будет. И вместо Деда Мороза. Упс, пошли искать Деда Мороза. Да, странные они какие-то. Взорвали Деда Мороза. Да, а кто нам подарки даст? Гринч. Но он украдет Рождество. Док Хадсон. Док Хадсон. Моня Маккуин. Всем качал. Спасибо, Моня Маккуин. Салли. Всем привет. Тачки. О, крутые тачки. Тунис, шестой балл. Нравятся мне крутые тачки. Эй, Алекс. Я все еще голодный, мне кашу не дали. У меня есть парное молоко. Все, пока, Мадонна, я пошла. Эх, к Матроскину за молочком. Ну, ясненько. Ну, так, с Мадонна. Так, Мадонна, я звала главного эксперта. Можешь сходить... У главного эксперта, который поможет тебе. Спросить, да. До свидания. О, сестр Ольсен, привет! Приветики. Где сейчас самое лучшее место для отдыха? Демократическая республика Конго.
Мне кажется, или они поют по-французски? Наверное. Точно? Ух ты. Там одни французы. Кстати, я тоже училась в школе французский, так что... Мадонна отправляется на отдых в Демократической Республике Конго. Не тревожьте меня звонками целый месяц. Я хочу отдохнуть.